Здесь я не был ровно год. Так что же изменилось? По сути, ничего. Как был Лимонари, так он таковым и остался. Радость поднялась у меня, потому что это большее удовольствие для малышей наших. Вот вам и детская площадка, а вот и Лимонарий. Причем, вы знаете, по количеству и качеству зеленых насаждений он превосходит зимние сады то. О как! В прошлом сюжете мы вам говорили о количестве лимонов. Сегодня, сейчас лимончиков здесь чуть-чуть меньше стало, потому что, ну, вы знаете, иногда тоже надо и опрыскать, и пободаться кое с чем. Но лимончики здесь есть в том же количестве. И лимоны здесь великолепны. То есть они вам в действительности помогают бодроться с чем? Пункт номер один – с цингой. Ну, сейчас цинги-то такой нету. То есть мы все едим витаминчики. Они замечательным образом помогают вам бороться с гриппом. А, представляете, покушали, и все нормально. И еще эти лимончики очень помогают для вас, чтобы вы боролись с раком. Кушайте и получаете хороший результат. То бишь, все, что растет и везде в большей степени здесь и представлено. Россия, конечно, крута, но зимой наш лес спит. А допустим, субтропики с обоих сторон экватора, как и тропики, не спят. Там жизнь и жизнь не прекращается. И здесь та же жизнь, и она в Лимонарии. И эту жизнь вам дает челябинское предприятие «Сады России». «Сады России» и оно купило себе Лимонарий. И «Сады России» ничего не сделало. И оно не сделало так, чтобы вы сюда не смогли прийти. Все то же самое, так же и осталось. Так, кроме всего прочего, вы замечательные растения, в смысле саженцы, можете здесь купить. Здесь есть отдельная тема. Придете и купите себе то, что вы хотели. И «Сады России» вот сделало... И ничего она не поменяла, по сути, да? Все то, что было здесь, оно также и представлено. То есть, как было год назад, огромный ассортимент зелени, которая здесь не живет, они также здесь и есть. Посмотрите внимательно, что за моей спиной. И это, по сути, и это даже круче, чем отдельные места отдыха в Турции, допустим. Ну, как-то так. Хотите аромата нигде не виданного, приедьте сюда в любое, но дневное время, и получите аромат. Хотите несколько раз, а почему бы и нет? Жалко, что таких лимонариев в России очень мало, но у нас-то есть. У жителей Магнитогорска и окрестностей. В Магнитогорске, точнее в Наровчатке, есть такая штука, которую люди и не понимают, что у нас оказывается внутри сад благовений. Да, это лимонарий. И вот мы приехали здесь посмотреть, что такое зимой лимоны. Это удивительное для нас. Но здесь же не только лимоны, правильно? Да, и всякие экзотические растения. Вот мы приехали и хотим купить саженец лимона и попробуем вырастить дома. Да, пожалуйста, вот только лимонов много. Я уже говорил, улучшился подход. К слову, о садах России. Здесь вы можете купить все это со 100% вероятностью. И все это взойдет и подарит вам замечательный урожай в период созрева. Я недавно посмотрел, мне сделали... Посмотрел я книжку, да? Вот. И в книжке, естественно, был показан Челябинский метеорит, да, где он развалился, куда он упал, естественно. Вот. Были показаны наши все губернаторы. Клевая книжка, кстати. Вот. И сегодня, сейчас, когда я пришел сюда, а дело в чем заключается? Сады России ровно год назад купили все это дело. Наровчатский лимонарий. Ничего не изменилось, по сути. То, что было, так и осталось. Вот самое главное, потому что когда его продавали, были вопросы, допустим. Кто-то собирался купить и все это дело, и сделать здесь помидоры и эти огурцы. Слава тебе, Господи, ничего не случилось. Вот пришли, посмотрели, все нормально. Но сегодня и сейчас вы здесь можете купить рассаду и, естественно, семена. Кроме всего прочего, вы можете эти вот семена здесь купить. Я просто посмотрел, вот. Челябинский метеорит. Нормально, да? Челябинский метеорит. Нормально? Клево, да? Вот. Здесь будет проведен конкурс в конце года. И вы можете получить в нем участие. Да? То есть вы можете взять здесь семена, посадить. И призы-то будут не маленькие, если честно. И если вы хорошо работаете, и у вас хороший результат, то до 100 тысяч рублей вы можете себе купить. То есть вот она прелесть, то, когда люди сюда пришли, они и о вас заботятся. Я-то думал, это Челябинск. Оказывается, Челябинск это не только Челябинск. Челябинск это и Магнит в том числе. Вообще-то все мне это нравится, потому что я магнитогорец.
Меня всегда забавлял тот факт, когда магнитка направляла в область 60-70% бюджета, к нам относились достаточно странно. Но поверьте, комбинат выстоял, и сегодня это образец для подражания не только в России. Так что простите меня, магнитка – это круто! Так вот, о чем мы сейчас говорим? Существует ли кризис? Кризис, по сути, не существует, потому что все, кто хотели ездить за рубеж, они также ездят. Вот. Ну, поменяли, естественно, некоторые места. То есть не ездят сейчас в Египет и в Турцию, а ездят во Вьетнам, ездят и в Индию, и в Китай ездят. Но если вы хотите зимой, когда у вас на улице снег и всегда и всюду, увидеть замечательное лето, то лето вам открывает Наровчатский лимонарий. Приезжаете сюда и смотрите. И цена вопроса вообще не стоит ничего, по сути, то. И вы видите растений гораздо больше, чем в тех местах, в которых я был. Да, я был во всех нормальных местах. Да, и в Таиланде я был, и в Индии я был, и на Кубе еще не был. Надо бы съездить, естественно. И в Китае я был. Вот. Все то же самое есть здесь, потому что количество растений здесь просто шикарное. Придите, посмотрите сами. А теперь мнение того, ради которого я приехал в Лимонарий. Это мой сын. С прошлых заходов он мне говорил: «Ну когда же такое случится, и вот мы здесь?» Знаете, господа, мне очень нравится Лимонарий, потому что там очень красиво и хорошо, свежий воздух. И можно посмотреть и на лимон, и на куриц. Круто, замечательно и сногсшибательно, и слава садам России! Не свернули, а работают! Как и мы должны работать на процветание России. И работаем же. Цена на бензин та же, мясо тоже. Недвижимость опустилась. Ну чем это не праздник, то? И где все это дело находится? На Наровчатский лимонарий. Все люди, живущие в Магнитогорске, все это дело знают. И вы можете сюда приехать. По одной простой причине. Вы хоть получите удовольствие, подышав этим замечательным воздухом. Доехать легко и просто. До Судова 15 километров с любой точки города. Никаких проблем не возникает. Приезжайте и получаете удовольствие. Вот сюда заезжаете, видите, какая прелесть-то. Лимонарий, сады России. К слову, о садах России. В скором времени сюда привезут замечательные эти рассаду. О, рассаду. То есть, если вы возьмете и очень много этой рассады, то приз вам будет 200 тысяч рублей. О, как. Это за первое место. Нормально? Нормально?